Дима, ты осуждал насилие? Я осуждаю насилие. Насилие я не осуждаю. Не осуждаю. Все хорошо, все нормально, Дима. Сейчас выдрался. Пока можете полюбоваться красотами нашей реки и старому мосту. Здесь можно грустную музыку, все дела. Точнее, расслабляющую. Так, коллеги по игре, таймер-то на камере уже пошел. Можем снять не всю игру, если затянем начало. Потому что время-то кончится. Нежные пяточки Евгения не удерживают температуры. Хотя по удару так и не скажешь. Я пришел послушать план. Ну чикайтесь там быстрее. Так, первый план почикаться. Пусть ребята подают первые, все начнем. В этом весь план? Ты снял, как ему в голову прилетело? Нет. Чем камера обмотана? Носком, Сониным. Надеюсь, чистым. Саша, как его достал? Хорошо, что не трусами. Пока что наблюдаем только ту игру. Может, пора здесь начать? Все, давайте, начнем. Мне кажется, у них по оживлению беседа. Они там реально что-то... Да, только это запомнил, да? Так, какие планы на игру? Играем спокойно выжить. И выигрываем. План выжить. Думаешь, все будет настолько плохо? Мне страшно. Страшно. Кто тебя больше всего пугает? Они Николай. Втроем. Они втроем? Именно в совокупности, да? По отдельности вообще, не очень. Нет, не по отдельности, но очень страшно. Как команда, да, пугает? Да, да. У меня сердце прям бьется очень быстро. Может, это от того, что ты таблетки просроченные пьешь? Энергетика напилась. Вам кажется. Особенно вот череп на шортах Евгения, да? Очень больше страшный, да. Запугивание, там да, работает? Король написано, король. Блин, ну все. Я думаю, что я это обозначает король волейбола, как вы считаете? Наверное, да. Раз он надел, да. Мне страшно. Все готовы? Уже темно? Все, да, давай. Ольга еще и в очках в темных. Я от песка, блин. Да. Давай, капитаны. Да давайте вы это пофигу. Зачем играть? Ребята, мы подаем. Психологическое давление. Олег, ты сидя в курсе, да? Да, да, конечно, да. До 21-го. Интересная идея, конечно. Ладно. 21, да? Так, уважаемые зрители, первая подача. Какие ваши ставки, будет ли она хорошей или будет ли она плохой? Шансы, что она будет хорошей, увеличились. Первый комментарий от игроков. Оп, прием. Тут без шансов, согласитесь. Тут без шансов. Болельщики присутствуют на матче. Очередная хорошая подача и крайне нехороший прием. Евгений ищет виноватых, хотя принял плохо сам. Но, возможно, его комментарии оправданы. Ольга заводит команду. Пока что безуспешно. Евгений хорошо принял. Ольга перевела мяч, Семен принял. Петр просто скинул. Суета, но оправданная.
хотя, как оказалось, неоправданная суета. Я не знаю, слышал он. И он так держает. 3-0. Хороший прием. Соня успевает. Евгений перекидывает. Евгений попадает. Красиво. Семен хорошо принял, Петр накинул, хорошая скидка, что-то Петр зачастил, но это принес плоды. Добрый вечер, Ольга. Я ради них тут и нахожусь. Сейчас я должен был быть на Алкатусе, но все сорвалось, поэтому я здесь снимаю для вас этот матч. Аут, но красиво. Здесь можно сделать слоумо, как Петр бежит на закат за мячиком. Очень драматично, как будто это кадр с какого-то фильма, согласны? Жень, кто кинул, тот и вытирает. У меня машинка сломана. Мне на руках стирать придется. Петр ищет оправдание. Хороший прием, хороший навес, хороший удар. Отвратительный прием. Ждал этого комментария, что дело в мяче. Аут. Подает Семен. Хорош. Очень хитрая подача. Плохо, он забыл. Семен лучший. Непредвзятый судья говорит, что Семен лучший. Аут. Перехвалил. Слишком сильные руки у Семена. Тяжело контролировать удары. Тут были одни матюки, поэтому нечего комментировать. Осуждаю матюки. Вы видели нахрен? Это что, Семен Билан? Я потрогал мяч. Поле. Вы стали свидетелем редкого явления. Петя не скинул, а сделал пас. Это будет сюрпризом для вас. Ольга очень торопится за мячиком. Как будто услышала, да? 5-9. В лексиконе Евгения одни матюки. Все осуждаем. Пошлые шутки судей задают темп этой игре и веселят болельщиков. Линия. Красиво.
Там одни матюки и неправильные мотивации. Не всем зрителям понравятся матюки. Заблокируют наши, заблокируют видео на Ютубе 18+. Но это же наша целевая аудитория. Что творит этот парень? У нас появились зрители в состоянии алкогольного опьянения. После глотка коньяка обязательно нужно закурить сишку. Правило хорошего болельщика. Раздевайся. И материть других игроков. Только не упади. Конечно, я только тебя и снимаю. Опять потрогал мячик. Персональные болельщики. Уже нет. Давай, золотого дайма, давай. Семен, ёбни! Красиво. Разошелся. Капец, ты там за Саня такой подлетел, чтобы спускаться уже. Ты давай, Семен, в том же темпе, блядь. Нет. Он сосет. Прошу заметить, ни одной птицы нет. Жека, прими, пожалуйста, умоляю. Да не ко мне же. Красиво. Оп, все. На, пойди. Смотрите, Жека. Дай пас. Оп, просто. Я. А нет, я вниз. Жека, ты почему? 11-13. Будете собираться? Нет. Чуть-чуть мне бы наверх накинуло, я уже хотел. Собираться там будете? Мил, нет. Так же хорошо начали, что происходит? Да, все хорошо, супер. Тайм-аут на вас. Все, давай. 11-13. Молодец. Опа, блядь, молодец. Давай, 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 давай! Похоже, инициатива переходит 11-13. К команде ОЖЖ. Судья решает, кто же выигрывает. Вау! Пойдемте послушаем. Так, идем, пойдем спросим у зрителей, как вам сегодняшняя игра?
превосходная. Много отвлекающих моментов. Например? Евгений отвлекается из той команды. Они набрали. Так, профессиональный комментарий. Они набрали темп, да, вы считаете? Профессиональный? Да. Это наша последняя игра будет профессиональной. Только маленькая. Если она будет. Да. Вам все нравится, да? Нет. Вообще все прекрасно. Дима скрывает просто, что мне нравится. Все здорово. Вопрос, где же здесь сарказм? От Германа или от Димы? Ёбаный в рот! Вова, ты будешь прекрасным интервьюером. Да? Да, ты почаще с камеры бегай. И все будет четко. Правильно? Правильно. Вам виднее, вы же на поле. 3 минуты. Я так. Выходим на поле! Включи его, Петя. Ёпт! Да, заебешься пикать. Осуждаем от. 1,5 минуты осталось, ребята. Тоже придется немножко притушить. Я буду сама сидеть. Стой с этой стороны. Нам поближе. Че? Нам поближе. Я обращаю внимание. Ну вот, типа где-нибудь здесь. Сменить ракурс? Буду слушать комментарии. Здесь плохо видно. Профессиональным комментатором. Я, если что, не предвзят, он солдал мне печенье. Хорошо, что ты не влияешь на ход игры. Нейтралитет, нейтралитет. И он, знаешь, просто снимает только эту половину. Да. Так и происходило. Итак, Евгений подает до свистка, между прочим. Ну, это ничего страшного. Вот это красиво было. Великолепно скидывает. Предлагаю вам перехватить инициативу с камеры. Шестую зону? Нет, спасибо. Там выше будет. Ты снимай, я комментирую. Хорошо, договорились. Мы работаем в тандеме. Так точно. Итак. Петр готовится к своей великолепной подаче. Итак, свистка еще нет. А Петр уже подает, свистка нет. Прошу обратить внимание на видео. Осуждаем, осуждаем. Каких свистков? О, судья говорит правильные вещи. Неважно. А, или это свисток? Кристина может быть кем захочет. Я могу быть свистком, могу быть судьей. Все правильно. Без свистка. Все правильно. Вопрос. Наши зрители подметили это. Да? Так надо что-то сделать, значит. Так что сделать? Засвистись. Еще раз свистну. Что я могу сделать? Теперь играем по правилам. Так, оп. И... Не успел, блядь. Петр, не мог, не успеваю. Профессиональные комментарии. Осуждаем мат. Осуждаем мат. Осуждаем мат. Ёбаный ру. Оля, подожди. Итак, подача после свистка. Наконец-то. Невероятный прием, кажется, Петр. О, Петр снова. Ребята, капитан команды немного подводит сегодня. С чего вы взяли, что Петр капитан команды? А я знаю, я с ним здоровался за руку, когда мы играли. А, да, окей. И он, я его выиграл в камень, ножницы, бумага. Это почетно, Дмитрий. Да, но игру мы проиграли. Вот это не очень. Ну ничего страшного. Ой-ой, себе дают низкий пас, но Соня успевает. Я забываю именно. Красота. Великолепный блок от Семена. Согласен. Завершает данный розыгрыш мяча. Кажется, по-моему, эти свистки означают конец игры. Ну ладно. Да, кажется, это, ну, как минимум смена сторон, не за что. Ладно, не осуждаем. Так, чик. Оп. Чик. Великолепно. Это красиво. Прекрасная подача, но это прием в аут. 16-16. Что? Прием прямо в аут. Так, я не только оператор, я еще и шестерка. Я шестерка, я поправлю аут. Не, окей, не спорю. Удачи, удачи вам. Камера должна быть. Да. Четкой. Нет, за свистку. Свисти. Давай, Семен. Пожди. Свисти. Давай. Мастер у ворота. Я не предвзят, он дал мне печенью. Красиво выглядит. Ты не смотри на нее. Так. Семен, давай. Ни хера не ровно. Но мы сделали вид, что поправили. 15-15. Я тут ровно. А свистка не было? Был. 18-17. Повторяюсь, птиц не наблюдается. Подача в сторону, где никого нет.
Жень, все, давай, подавай. Контрольный мяч. Хороший прием. Скидка. Хороший прием. Навесик. Низко. Скидка. Так должны были играть с самого начала. Что, блин, происходит? Красота. 18-20. Скидка. Подключают болельщиков. Семен говорит с каким-то странным акцентом, видимо, мотивация внутри команды. Партия. Молодцы! Так, комментарии от победителей. С первых уст. Не победили. Ну, мы про первую партию. Вторую не факт, что я буду комментировать. Здорово. Было сложно. Мы начали нашу удочку закидывать, они уже в нашей паутине. Неплохо. Паутина и удочка. Ладно, окей. Все, команды готовы! Оля, подавай! Оля! Оля, поле! Игра слов, игра слов. Профессиональные комментарии? Да. Оля, поле. Замечательно. Спасибо. У нас просто был технический перерыв. Хотела что-то сказать, но вообще все слова забыла. Вот как-то камеру увидела, все забыла. Ну все. Такое часто бывает. Вот смотри. Ты... Палец сломан. Помнишь, я с тобой уже разговаривал, что у меня палец болит? Я его сломала. Сказал, он тебя выбит. А зачем? Ну, это игра. Шеф. Российский флаг. Ну не украинский, ой, я осуждаю, кстати. Я тоже осуждаю. Российский? Нет, осуждаем тематику политическую. 2-0. Спорт не политики. Да. Ты ничего смотришь, или просто в море? Мне кажется, это все, мне кажется, все, что я сниму, вырежут просто. Мы же в Сочи, блядь. Тур. Замечательный влог. Один. Мячик, пожалуйста, гусям отдайте. Петя, так, подавай. У нас очередной технический перерыв. Дайте, пожалуйста, пару комментариев. Это была метафора или нет, как вы считаете? Он еще идет. Пить хочу. Посмотри на меня. Пить хочу. Пить. Я хочу пить. Там мяч. Там коньяк. Ты видел? 2-2. Я на... Петя, подожди! Петя, подавай, не подавай. Хватит отвлекать игроков. Там да, я пошел. Сейчас, съемка в 3D. Жека, я не знаю, что я там наснимаю, мне кажется, там все будет плохо. Неси какую-нибудь чушь. Вон там лучше нести чушь. Оп! Помогайте! Хорош! Оп, встань обратно. Резина не лезь, это очень опасно. 4-3. Где опасно, там и я! Короче, знаешь, что встань. Встань чуть-чуть, ближе, чуть-чуть. Так, комментарии. О, великолепный удар Семена через трос. Ничего страшного.
Я не квалифицированный. Нет, скинь, нет. Хорош. Бери. Нет. Я вообще блестяще сыграл. Вот это красиво. 5-4. Надо Семен, мне осуждать. Я это все слышу, если что. Четко все. Итак, здравствуй, Владимир. Здравствуйте. Добро пожаловать на съемочную площадку. Спасибо. На меня накурили и насвистили мне воду, поэтому я решил к вам сидеть. Здесь сидят мошки. Ничего, в принципе, хорошего здесь тоже нет. Единственное хорошее — это профессиональная игра. Согласен. Мы наблюдаем великолепный прием, великолепный пас и перед, я не знаю, как это назвать даже, перед... скидка. Скидка в магазине. Семен блокирует удар, но, к сожалению, Соня не успевает на эту атаку. Опять легенду не поддерживает команда. Легенда номер 17. Кто легенда, извините? Осуждаю, что не прием. Так, берем. Опа. Плохой прием. Кажется, это потеря мяча. 8-7. Третью игру нам не надо. Поддерживаю, хотелось бы с вами поиграть. Да, чтобы нас до того, как нас сожрут мошки. Итак, Ольга стоит на подаче. Подает прямиком в аут. Ну, это ничего страшного. В команде Фички Винкс все так подают. Для нас то, что мяч перетащили через сетку, это успех. Да, для нас это успех был. Сейчас капитан команды Петр будет решать вопрос. Вопрос набора очков для своей команды. Первая подача. И пока непонятно, будет ли она результативная. Кажется, великолепный блок от Семена, но Семен был просто задавлен чем массой. Массой. Задавлен владельцем мяча. Так. Ну, здесь очевидный аут, хотя не такой уж. Ну, не такой уж очевидный, я бы сказал. Некомпетентность комментатора. Некомпетентность? Нет, плохой глазомер. У нас есть один некомпетентный комментатор и некомпетентный видеосъемщик. Идеальный тандем. Да, там еще вон судья курит без продыху. Ну, это нормально. Главное, чтобы судья следил за чем, за игрой. Итак, Семен на подаче. Так. Хороший прием. Перевод мяча. Прием, пас и удар. Соня, о, господи. Соня путает имена двух своих игроков. Ничего страшного. Согласен. Главное, чтобы они понимали друг друга. Ты понимаешь? О, нет. Осуждаем ли мы такие? Когда я так играл, мне говорили, повыше. Да? Надо просто повыше. Говорил, к слову, я. Да, я как бы понимаю, о чем речь. Так, Евгений на подаче, заступа никакого нет. Обращаю внимание на заступы, на все. Вместо судьи. Это аут.
Аут, аут. Я видела аут. Самое главное, что я заснял. Там аут был. Да, аут. Наверное. По-моему, даже никто не говорил, что было поле, поэтому странная причина спора у нас. Мне заплатили 500 рублей. Возместили мои убытки за этот турнир. Итак, Семен. Опа. Делать очень сексуальный голос, Дмитрий. Я создаю этот, так сказать, интригу этого момента. Но, видимо, Владимир, у вас что-то другое на уме. Итак, Соня на подаче. Подняла руку. А, обман! Это же просто обман! Опять легенда. Вот теперь вы понимаете, о какой легенде я говорил и что ее не поддерживают. Легенда номер 17. Легенда номер все, а дальше продолжение придумайте. Я бы закончил ее как умел. Легенда Семен? Да. Легенда о Семене. Эта игра будет... Так это, блин, да? Древнерусская. Да. И, о, великолепно! Но команда, к сожалению, не может поддержать этот темп. Кажется, Соне необходимо будет провести... Я с этого узнать, что ли, в порядке. Не, давай не будем этого делать. Она и так, наверное, в напряжении. Когда я так падал... Давай, пойдем. Все-таки я пойду... Запишу что-нибудь. Так. А что сейчас случилось? Да я упала неправильно, как-то очень неудобно. Все хорошо? Все хорошо, все нормально? Да. Положить Машу, Соня? Да. А что, болится спина? Так, Семен, пока у вас техническая пауза. Так, у меня в рукавах песок. Так, это проблема, вы считаете? Я просто упал там неудачно тоже, я весь в песке был. Так, вам нужно немножко концентрации. Так. Для того, чтобы победить эту команду. Я понимаю. Замечательно. Жму вам руку и желаю удачи. Спасибо. Мы с Владимиром комментируем эту игру для вас. Я понимаю, благодарю вас. Главное, чтобы у тебя игрок был живой. Я предлагаю узнать у судьи, какая фишка уже по счету. Я думаю, это важное было замечание. Я думаю, что судья не считает. Он же должен считать мячи, а не сишки. Вот мы и убедились бы. Ладно, пойду послушаю. Там болтовня какая-то. Вот она ебать как может. А ты, блядь, только рукой вот махнуть, и ты не машешь. Все хорошо, нормально. Добавила перчинку вам, Кристина. Ты учел комментарий? Замечательно. Все хорошо? Все, я готова. Точно? Давай ты принесешь. Сигаретки, коньяка, что хочешь? Нет, спасибо, ничего из этого. Точно, это точно на камеру надо было? Ты понимаешь, кому ты предлагаешь? Довольно нормально. Несовершеннолетнему человеку. На камеру причем? На камеру? Я все снял. А хули ты снимаешь? Хуеси. Общественное место. Хуеси. Имею право. У меня разрешение есть, но я вам его не покажу. Пока что наблюдайте прекрасные красоты реки Шексны. Пока у нас техническая заминка. Кажется, Ольга уже готова подавать. Но нет третьего игрока на поле со стороны Розовый Гусь. Мы ждем его, он вытряхивает песок, который сыпется с него. От старости. Владимир, помогите, пожалуйста, надеть носки Семену. Хотелось бы пошутить, Дмитрий. Я вас слушаю, да, пожалуйста. Но я не буду. Там судья уже все в кусты. Второй судья. Основной судья на месте. Все готовы? Я перестал так. Фишки, пришло время подуть листов. Арбитр побежал. Боюсь, что это будет надолго. Так, подача, внимание. Семен принимает. Соня бежит. Замечательно. Соня, конечно, пыталась достать этот мяч. Вопрос, надо ли было так жертвовать собой? Главное, чтобы она не была здорова. Я хотел сказать так, но подумал, некорректно будет звучать, поэтому я решил, что... Ну, без травм, да. Мы осуждаем травму. Замечательный прием. Пас и удар. О, господи! Я хотел сказать, какой прекрасный будет удар, но, к сожалению, Семен не сориентировался. То, о чем мы с вами говорили, что бить не стоит. Мне не стоит. Да, ладно, у Семена-то вроде получается. Семен просто показывает, чтобы вы увидели, что вы делаете. Насколько я плох в этой жизни. Итак, подача от Ольги. Замечательный прием. В принципе, можно доигрывать эту ситуацию. И Женя вошел. Оп. Так.
Если что, любую скидку в этой игре я осуждаю. Но это была атака, и я ее не осуждаю. Извиняюсь, отходил, чтобы чихнуть. Да мог бы мне в ухо чихнуть, в принципе. Я думаю, что зрителям тоже понравилось бы. АСМР-контент пошел. Итак, что у нас тут? Прекрасная подача, просто прекрасная. 10 часов чихает Вова в микрофон камеры. В перерывах между паузами. Ну что у нас там? Так, Петр на подаче. Прекрасная подача, без заступа, я обратил внимание. Слабый пас. Ну ничего страшного, они и так разобрались. Так, Петр прыгает, о господи, это была атака, хорошо. Евгений решил не давать пас своему коллеге, и за что он нет, не поплатился, это был аут. Надеюсь, это было видно на камере, потому что я не понимаю, что я снимаю, а что нет. Так, кажется, второй кто-то, арбитр возвращается в игру. Тут уже великолепный прием, пока я отвлекся. И удар от Ольги. Не удар, но это была великолепная скидка. Скидки я все осуждаю. Между прочим, любую скидку я осуждаю. Несмотря на то, что команда Фички Винкс играет исключительно на скидках. Потому что нельзя бить. А я потому что бить не умею. Так, Семен выставляет правую ногу для спасения этой ситуации, но, к сожалению, мы играем не в футбол. Какой-то мужчина около забора трется там, непонятно почему. Так. Судя по всему, ему очень тяжело. Судя по всему, ему тяжело. Завтра будет День строителя. Поздравляю всех строителей с праздником. Евгений подает прямиком в сетку. Осуждаем удары ногами. Да. Пинать мяч, это вам физрук все сам расскажет. Как бы... А, видимо, еще не рассказал. Еще не рассказал. В школе-то доучились, я не понял. Так. И поехали. Так, Семен. 18-14. Подал, к сожалению, в сетку. Мяч приходит на сторону ОЖЖ. Так, поле не трогаем. Хорошая подача, великолепная подача. Капитан команды «Розовый гусь» стоит. Не среагировал. Это была молниеносная атака. Видимо, итак, падение Сони как-то сказалось на моральном. Итак, о нет, что же такое? Петр не берет этот мяч. Контрольный мяч. Кажется, мораль команды «Розовый гусь» немного просела. Сейчас капитан сделает некоторые действия. Одну секундочку. Мы сейчас это заснимем. Но ты же не в туалет пошел, я надеюсь. Замечательно. Это был обряд к победе. Я сниму все. Тут не должно быть никаких тайн. Да. Ну, единственная тайна, куда ходил арбитр, будет в этой игре. Соня великолепно переводит мяч, Евгений отвечает ногой. Да, околофутбольные темы мы осуждаем. Осуждаем. Если вы видели одно видео на телеграм-канале про околофутбольщиков, которых потом наказали, то вы поймете, о чем я. Итак, у нас продолжается игра. О, великолепно! Господи, Семен просто обманывает команду соперников. Розовый гусь. Будет ли это переломный момент? Там вот в чем вопрос. Надеюсь, что просто добавят. На прием тогда. Так, Ольга спускается на прием. Спускается и все еще спускается на прием. Но, к сожалению, не удается пока спуститься. Поэтому, в принципе... О, так, Ольга вернулась. Евгений негодует. Женя, я тут накомментирую тебе. Все вырежи, пожалуйста. Так, Евгений поспешил. Наверное, я его отвлек все-таки своей речью. Он уже подумал, как он будет метр резать этот. И решил, что надо создать... Резать меня... Ну, мне нечего резать, меня молотком только разбивать можно. Осуждаем насилие. Осуждаем насилие, между прочим. Мы за спорт, за жизнь. И это был великолепный маневр от Евгения. Конец партии. Итак, да. 1-1. Сейчас мы возьмем... Комментарии у команд. Уважаемые,
Давайте немножко прокомментируем эту игру. Ольга, давай прокомментируем игру. Я вообще против съемки. Мы идем брать. Итак, уважаемый, добрый день. Предлагаю вам поддержать своего товарища. Мы поддерживаем ее морально. Это правильно. Замечательно. Вот вам кулачок. Я думал, это микрофон. Кулачок. Это микрофон-кулачок. Он выдает просто максимальную энергию, которой у меня нет. Ты нам все отдал. Он всю энергетику отдал в комментарии. Я всю комментарии отдал. Да. Всю душу. Так, вас вызывают на поле, как я понимаю. Я рекомендую вам поддержать Соню. Все, удачи вам, главное, без травм. У Сони было все хорошо. Удачи, удачи. Тяжелый вздох. Так, болельщики явно напряжены. Нам надо за камеру чуть вперед встаньте, пожалуйста. И не снимайте, пожалуйста, столб. Здорово, отлично. Так а чего между столбом так вот замечательно? Да, между столбом все правильно. Ну, можем подсидеть. У меня устанет шея. Ничего страшного, ничего не устанет. А если встать под сетку? Травма опасна. Спасибо, конечно, но такие жертвы я не готов. Итак, продолжаем наш матч. Последняя игра за второе место нашего элитного турнира. До 15 очков. Поехали. Первая подача была великолепная. Беги, беги, продолжаем, продолжаем. Так, идет подкуп судьи. Подкуп судьи. Я думаю, прикур судьи скорее идет. Там уже 99-я сига пошла. Очень волнительная игра. Осуждаем курение. Курение вредит вашему здоровью. Там превратится этот паровоз. Мы осуждаем курение, но не осуждаем успокоение нервов. Итак, Семен подает вторую подачу. Ау! Это ау. По одному! Отдайте мяч, пожалуйста. Евгений решил сэкономить силы на третьей партии и попросил мяч. Как называется-то? Болбой или как, которые мячики подают? Болбой. Болбой. У нас есть, собственно, болбой. Ну, тут болгерлы. Болгерлы, окей. Так, Ольга на подачу. Великолепный прием. И замечательное завершение. Красиво. Прием так называется? Прием. 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 412-я база, ответьте. Кто говорит? Это я. Итак, капитан команды, он уже настроился на эту игру, и подача пошла. Ебать копать. По двум. Осуждаем мат. По двум? Где мат? По двум. А мат-то где? Я сказал, ебаный в рот. Осуждаю, еще раз. Прошу не смущать оператора, мне нельзя трясти головой. А по-другому смеяться я не умею. Подача с площадки, обращаю ваше внимание. Соня, Соня! Соня успела, но, к сожалению, команда не среагировала на эту резкую передачу. Я бы назвал это приемом, но вам виднее. Ну, блин, там, по идее, вторая передача уже должна была быть. Нет? Как считаешь? Уважаемый оператор, товарищ оператор, оперируйте. Прекрасный прием на колени. Он застирает людей как раз, два, три. Ваш арбитр проснулся. Бери, Петя! Здорово. И поехали. Великолепная атака. Сюда. Красиво. Через трёх, но великолепно. По трём. Какой-то у нас неправильный чёрт. По трём. Петя получает под жопу. Итак, уважаемый оператор, зрители спрашивают, кого мы трём? Судья сказал, по трём. Вопрос хороший. Предлагаю ответить в комментариях. Не начали. Подписывайтесь на канал. Опа, обманка. Осуждаем такие действия. Вы осуждаете такие действия? Я осуждаю любую скидку. Осуждаем, осуждаем. Скидки могут быть только в магазине. Магазин. Все правильно, Дмитрий. Говори, что это я. Потом будут говорить. Клоун все игры проиграл, и все за что-то говорит. Каковы риски, что в следующую партию мы не играем? Которая будет в воскресенье в зале. Риски, не знаю. Партия в воскресенье? Да. 100%. Я надеюсь, что Женя не посмотрит это видео никогда. Горечь поражения. Просто оставь. Горечь поражения. Просто оставь. Я слушаю. Сказал, мы не в магазине. Мы не в магазине. Почему ты торгующий? Там идет кошечка или собачка. Там идет... Кошечка. Кошечка. Мы немного отвлекаем ваше внимание на технический перерыв. С вами Николай Дроздов. Николай Дроздов? Ой, осуждаю. Извините, я смерть осуждаю. Да. Дима, жизнь. Да что ж это?
Жека зовет Жеку, а Жека зовет Жеку. Они не поняли, какому же Жеке была адресована передача. Они сказали Жека, Жека, и... И все, нужно уточнять фамилию. Все понадеялись, что Жека — это Жека. Вот мы нашли недостаток команды ОЖЖ. Станет ли это решающим фактором в этой игре? Мы нашли недостаток команды ОЖЖ, блин. Ольга явно отвлекается от игры, но это не мешает ей забивать. Оля! Так, я хочу услышать счет. Мне кажется, чтобы вам его назвали, нужно сказать погромче. Какой счет? Огласите счет, пожалуйста. 7-4, гуси выигрывают. Гуси молодцы. Из чаевых, пожалуйста. Дай! Хорош! Жека, другой, беги! Замечательно. Ладно, я думаю, пришло время переобуться и поболеть немного за ОЖЖ. А то Женя выгонит меня с волейбола. Так. Судья говорит... Ладно, не буду говорить, что сказал судья. Обращаю внимание, что команда ОЖЖ стоит так, как стояли Феечки и Винс. Первые две игры. И мы проиграли эти две игры. О, судья уже сотую такой. Просит открыть новую пачечку СИК. Слишком напряженная игра, тяжело справляться с волнением. Технического перекура, к сожалению, просто не предусмотрено. Он еще? Да. Как на зоне, как на зоне? Ой, это опять все на ролике. Так, опять не туда. И это прочитал. Так, выходит флаг ОЖЖ. Кажется, это секретное оружие. Почему-то арбитр болеет за какую-то команду, он должен быть непредвзятым, но в нашем случае... Он услышал твои слова и попытался сбежать, но не получилось. В нашем случае бошки размотаны. Ой-ой-ой, осуждаем бошки. Я требую бережению. Завтра в 8 утра. Оля! 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 Ольга явно ждет, пока стемнеет, чтобы игру отменили. Оля, я тебя болею! А мне кажется, это ремешки передают на другую сторону, чем игру отменят. Он берет и не берет. 9-6. Ну, в принципе, я болею за ОЖЖ, так что круто, круто, клево, классно. Ты часто переобуваешься? Я переобуваюсь. Я сейчас босиком. Я сейчас босиком. Ольга снова дает подачу. Семен ставит на колени. Но не мешает забить. 6. Так, Ольга берет инициативу в свои руки в команде ОЖЖ. Мы это видели уже не единожды. Это работает? Это великолепно работает. Петя, 5 очков. О, все, все. Оля. Ольга берет инициативу в свои руки и почти забивает. Ольга сказала, Ольга сделала. Но главный гусь-то все-таки на месте. Молодец. А тут главный, главный же на месте. Гуси выигрывают. Все окей. Все хорошо, все нормально. Ой-ой-ой-ой. 11-7. Досадная подача. Сейчас Соня просто будет выдавать свои лучшие подачи в этом сезоне. Давайте понаблюдаем. И вот она. Лучшая подача. Давай-давай. Лучше. Ну, блин, нет. Мне кажется, нужен врач, но... 12-7. Очень травмоопасная игра для команды Гусь. После такого разноса врач потребуется команде ОЖЖ. Ой. Осуждаем любые намеки, связанные с насилием. Надеюсь, никто не слышал этого. Опа. Так, Евгений. Игра головой. 2 очка. Игра головой 2 очка. Ну, суди, начинает свой подсчет. Немного холодает. Соглашусь. В принципе, уже хотелось бы подвигаться, поэтому рекомендую заканчивать. Ах, команда. Контрольный мяч, 16-7. Контрольный мяч? И все. Я же вам говорил, что это лучшая подача Сони в этом сезоне. И сейчас будет последняя Сонина подача. Я уверен, я пророк, я видел. Добавляем звук барабанов. Не последняя, крайне, извините, если там есть такие люди. В следующий раз 10 вечера. Что? Заканчиваем? Предлагаю заканчивать. Так точно. Нет, Соня решила. Соня решила сама. Евгений уже сдался. Евгений, материться, мы осуждаем. Осуждаем мат. Осуждаем маты.
но не который в зале лежат. Правильное уточнение, Дмитрий. А кто подает? А, я понял. Евгений на подаче. Он только что хотел кинуть вал, и, в принципе, сейчас у него есть великолепный сет. Великолепный шанс. До свистка подкинул мяч. Ну, в принципе... Поздравляю, 15 будет. Поздравляю. Да, пойдемте, поздравляй, пойдемте. Так, поздравляю вас с победой. Так, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Комментарии будут? Комментарии будут. Великолепная игра. Это было. Спасибо, это приятно. Вот можно я? Мы хотим посвятить эту победу Олегу. Он очень сильно болел за меня и за нашу команду в целом. Эту победу посвящать ему. Я полностью поддерживаю слова Сёмы. Спасибо. Все. Евгений, у вас есть что сказать? Побегу, блядь. Он уже все сказал, он сказал, что у него еще одна игра. У вас есть что сказать, но вы не будете говорить? Да, у меня есть много чего сказать, но... Ну, вы же будете обрабатывать видео, можете сказать, но потом обрезать. Я могу твой голос ставить потом. А, осуждаю. Держи. Проебали. Бля. Денег я проиграл. 7 тысяч. С погожением, получается, наших проблем. Посвятил мне победу. Так ничего не видно, бля. Сколько тебе лет, Сига, 20? Все, вроде сигарета. Все, давай, Жека, лучший. Спасибо, Олег, что пришел. Да, все, полетело. Давай, пока. Спасибо, что пришел. Пойдем. Ты можешь сыграть еще одну партию просто? Давай. Да, конечно. Согласен. Блин, ты до сих пор записываешь? Говори, нужно больше говорить. Да. Спроси его, что тебе... Да я хотел помощнить, но потом понял, что это уже бесполезно. Все лучше. Что-то хотел. Жек, ты в конце ваут специально уебал? Да. Но пора заканчивать, это порнуха была. Бля, ну это... Простите. Да какого тут, блядь, ты в 10-то еще вечера собери следующий раз. Ну, вот. мы же играли в 9, да? Было светло. Мы играли вообще осенью, дождь, темно было, играли на фанере в том году. Ну, все были в одинаковых условиях, так что какая разница. Я вообще начну париться. А какой приз за третье место? Вы специально, да, это сделали? Ну реально, скажи, какой. Так награждение будет, скажу. Да скажи сейчас, Соня уже. А что, у вас еще остались игры? Да, там осталось куличи. А зачем ты сказала, что ты знаешь? Она спросила, я сказала. Ты что, еще кто-то знает, что Соня знает, да. Я не знаю. Соня знает, получается? Блин, Соня, это нельзя было знать, что ты знаешь. Я знаю только, что первое место будет. Но я не первое место. Врунья. Ой, как плохо врется. Там за первое место будет личное рукопожатие Жени. Не, настолько это очень плохо было. Так хрен его знает, вот так решил. Так, а мы решили по-другому. Кто мы? Я пыталась. Ты собери сначала этот подписи, кто мы. Ребята, пока я вижу одного человека. Что мы знаем? Петицию. Петицию подписывайте. Еще две игры. Ну что? А мы играть будем или же как будто... Ладно, скажи хотя бы за первое место какой приз, только за первое. Хорошее. Нормально скажу, что за приз конкретно. А ты что сказал? А, хороший? Блядь. Я давал набор. Я реально, блядь, купил? В смысле? Да не скажу я. Сёма такой, блядь, знаешь, что не первое. За первое место. Я же тебе все за первое хотя бы. Женя, на тебя давят, не прогибайся. Не, на меня давят, да. Я думал, а почему можем говорить? Вообще не нужно. Капец, на меня давят, почему должен говорить? Понравилось? Не, я вижу давление, манипуляцию. Типа, ну нахуй. Абьюзерша. Бля, это чужой жертва окажется, а я насильница. Он вам не мята. И теперь наш. Я могу типа объявить вообще все призы в группе. Это или вам интриги не будет. Ты сейчас просто потенциально идешь на компромисс сюда требований Ольги. И не только Ольги, если как бы интересно. Я вообще молчу. Жека, не слушай, слушай меня. Вы пошли играть, идите играть. Да ты пойдешь играть, пошли. Нет, Жека, расскажет мне, какие призы. Женя, нам надо, кажется, играть пойти. Нет, он не снимает. Хорошие призы, я знаю. Хорошие призы, ребята. Я вот почти сломался, но нет. Если бы меня здесь не было. Чисто я прям хищу. Так и есть. Это комплимент?